Вот такую подружку я сегодня точно не ожидала увидеть. Молодую, зелененькую, довольно симпатичненькую. Никогда не видела такую маленькую козявочку. Надеюсь, вам хорошо видно. Собирала сморчки. Вот немножко тут присела. И тут же образовалась подружка. Не так уж и много ножек. Либо они сразу растут. А может быть, это не многоножка, а четырехножка. В общем, не знаю. А, ну у тебя точно не четыре ножки. Впереди три ножки. И сзади две присоски, не ножки. Так, ты шестиножка и четырех присоска. Вот ты кто. Хорошо, тебе зафотографирую, поищу, кто ты есть на самом деле. Боже мой, как я об колючке сегодня свою куртку испортила. Вот, кстати, о более позитивном. Урожай сморчков. Буду сегодня готовить на ужин. Ну что, подружка, будем прощаться? Там лодочник работает. Еще 20 минут. Ага, слышу, слышу, бегу, бегу. Сейчас с козявочкой попрощаюсь. Максим идет, зовет уже меня. Как ты здорово придумал похлопать, а не покричать. Это было очень мило. У меня тут подружка. Иди познакомлю. Может быть, ты даже и скажешь, кто это, чтобы я не искала в Википедии. Ну, или в Гугле. Смотри, у нее 6 лапок спереди. По 3 парных. И сзади по 2 парных присоски. Итого 4. Вот, посмотри. Да? Пойдем? Удивительное животное. Сейчас я ее куда-то уберу. Подожди, сначала я должна ее сфотографировать. Мне интересно узнать, кто это. И как будто бы она еще слепая, еще малышка. Удивительно, держится на присосках, ищет, куда идти дальше, только потом становится на лапоньки. Какая удивительная природа.